Катя. Катя. Катя, а вы в Минске живете? Нет. Логойске. Логойске. А подойди, пожалуйста, поближе к сестре. Точно, брат и сестра. Я в школе, Катя в садике. Я только во втором, а Захар в третьем. Не, я не в третьем, я во второй пойду. Тебе нравится учиться? Да. Интересно. А что тебе в жизни не нравится? Ну что ты любишь, что ты не любишь? Вот я не люблю борщ есть. Суп, супы не люблю. Я не люблю колбасу второго сорта. Молодец. Попросим сейчас его повторить. Ну, а докторскую ты ж ешь, если она не будет. А зачем нас снимать? А знаешь, я тебе отвечу честно, я немного сам еще не знаю. А вы как нас снимаете? Так фоткаете или на видео? На видео, на видео. Это специальная камера для видео? Да. А на ней фоткать можно? Можно фоткать. А ты любишь фотографии? Да. Любишь? Да. А что тебе нравится фотографировать? Ну, фотографировать... Там это вспышка. Ну а что ты любишь? Зверей, там, природу фотографировать или людей фотографировать? Я собачку люблю. У вас, видимо, собачка есть, да? Да. А как ее зовут? Майя. Она в Логойске живет, да? В деревне. В деревне? А как она выглядит, собачка? Такая беленькая, похожа на далматинца. С белыми точками. Так это же и есть далматинец, наверное, нет? Маленький только далматинец, пушистый. У него черные. Понял. Любите собак? Да, только она ночью всегда рычит, а день всегда валит. Ну, успокаивает иногда. А вы нас в газете напечатаете? Нет, по телевизору покажут. А какие у вас еще домашние животные? Ну, у нас попугай. Он говорящий? Да, всегда он говорит. А что он только говорит, Гоша хороший. Это он сам про себя он говорит? Он всегда, да. мы когда говорим, Гоша хороший, он говорит, Чеса хороший. Гоша. Ну это он у вас эгоист такой. Да. Он только про себя говорит, да? А про других ничего не говорит? Прилично, за воротник говорит. А вы любите друг друга? Я вот Сомилу люблю. Что любишь? Я вот Сомилу люблю. Он там Сомилу мой идет. Вот он. А это ваш третий брат? Да. А вон папа с мамой, и дядя Лёша приехал. А вы отдыхать сюда приехали, да? Да. Вон у нас там эта палатка, мы на день приехали. Это ваша палатка наверху стоит, да? Да. А вы уже уезжаете? Да. А что вы можете сказать от себя? Вот что вам просто хочется сказать? Знаете, все что угодно говорить. Все что угодно вообще. А правда по телевизору будут показывать? Ну дай бог. Дай бог покажут. Да. Люди ради этого и работают, собственно говоря. Ну, привет Лёше, Вике, так еще кому-то, Роме и Алле Дмитриевне. А это учительница? Да. А почем? Почему? По всему, ясно.
А какой у тебя предмет самый любимый? Математика, там, русский? Чтение, я это в минуту, если с ошибками, 130 слов. Ничего себе. В минуту. С ошибками. Я 20 читал в первом классе, представляешь? Я читать не умел. Да уж. А я не хвастаюсь. Я знаю, что ты не хвастаешься. Можно маму спросить или папу. Папа скажет то же самое. Хорошие оценки ставят? Оценки у нас еще не ставят. У вас солнышки рисуют, да? Да, да, да. У меня по письму очень-очень-очень плохо. А почему? Я писать не умею. Так это не важно. Почему не важно? Главное, чтобы ты был хороший человек. А папа говорит, что важно все знать. Ну вы знаете, я вам скажу честно, вы замечательные дети, у вас все будет хорошо. Спасибо. Да. До свидания. До свидания. До свидания. Надо идти на педагогический.